пшик до носика, сопельки з носика. В эфире программа «Богиня шопінгу». В этом сезоне будет восстание блондинок. А білявки – це не колір волосся, це стан душі. Найепатажніші блогерки уже готові змагатись у стилі. Ну, какая-то чуть-чуть городская сумасшедшая, как и весь сезон у нас. І сьогодні наші блондинки – це топ-блогер Миколаєва Вікторія Андрєєвна. Я на подсознанні где-то понимала, що я буду известной личностью. От чесне слово, хрест на пузі. Молода хайпівниця Влада Томпсон. Ніхто не смог би родити в прямому ефірі. Такого, кроме меня, еще никто не делал. Та народный секс-блогер Алиса Портман. Я захотела, чтобы бабы перестали париться за своего целлюлита. Кто злякає Леоніда Мартинчика своєю історією? Цур-цур-цур-цур-цур-цур-цур-цур. Та чим Влада Томпсон здивує Остапчука? О, блогерські розборки. На варті хайпу та крінжу зірковий телеведучий Володимир Остапчук. Ребята, пора заселять другую планету, это мы уже не спасем. Судитимуть батл не тільки постійні, але й новенькі експерти. Чарівна та справедлива суддя Лера Мандзюк. Іди сюди, посмотри, я. Прийшов час знайомства конкуренток. Мене звати Аліса, я блогер, привіт. Напелила лосі, наблігаючи топик, ото тітки висять. Это ж наскільки себе надо любить, щоб так одеться. Вікторія Андрієвна, і я веду блог про мене без комплексів, прекрасно, в общем, про зірочку-зірочку. Слишком високого мнения о себе. Меня зовут Влада Томпсон. Я круче тут всех вас. Я родила своего сына в прямом эфире Инстаграма. И, собственно, на этом вот поднялась. Раздвигать ноги, показывать дитя на камеру ради того, чтобы получить подписчиков. Такое, я не поняла эту тусовку. Я бы, наверное, пас. Я бы не хотела в прямом эфире рожать. Первая цель твоих родов в прямом эфире – это поймать подписоту. Цель была хайпануть. Если ты один раз на чем-то хайпанулся, ты далеко на этом не выйдешь. А может, твой сын вырастет и скажет, ну, зачем ты вообще это делала? А вы на чем подняли свою аудиторию? Что вы рассказываете в блоге? Я показываю жизнь, какая она есть. Мужем показала, рассказала. Все, что происходит в моей жизни, я могу транслировать. Она показывает все, что показывают все. И она думает, что она чем-то особенная, чем-то интересная. А был когда-то момент, когда ты хотела похудеть? Конечно. Всегда. Но я не хочу для этого делать. Я презираю людей, которые не занимаются своим телом. Ну, когда такой кабан заваливается, то добрый день. Все, у меня чики-бомбони. А если у вас какие-то проблемы в ваших 50 килограммах, то всего хорошего. Алиса, скажи, пожалуйста, на чем ты хайпуешь? Я хайпую на том, что я очень откровенна, например, в сексе. Я, например, пост написала об этом. Он собрал прям охренеть какой ее фидбэк. Подписываться на телку, которая я думала, я делаю. Нет, есть еще хуже. Давайте все-таки к шопингу там это как-то приступим. Это что, вообще собрались? Привіт, дівчата! Владні на все заради розширення своєї аудиторії підписників і добре знаєте, чого вартий кожен лайк. Зберіть лук для набору підписників у соцмережах і хайпаніть на повну. Задання нам близько. По факту ми всі блогери, для нас ця тема легка. Я, звісно, не знаю, як одеться, але я знаю, як треба роздеться, щоб хайпанути. Я рада, что тема нашего шопинга связана с моей профессией, с моими любимыми подписчиками. Еще есть спецмагазины. Очень интересно знать, что же нам попадется. И первая пошла Вика. Магазин осветлювальных приладов. И что я там буду выбирать? А это жестко. Я была немножко в ступоре, потому что я там себе найду? А потом я поняла, кому же, как не мне, достался бы такой магазин, чтоб сиять. Хоть люстру домой купит. Продуктовый рынок. Скуплюсь домой хоть поесть, правильно? Что мне покупать? Арбуз на голову одеть, не знаю, шлем-пилотник. Село можно с людиной забрать, а людина с села нет. Если там, то у меня, наверное, вообще будет. Что же ждет тебя, Влада? Можно его. Зоомагазин. Это будет сложно, но интересно.
Я хочу сразу заявить о том, что... Но богиня 100% я. Это было не аргументировано. Ну, аргументируй. Я... А, ну, теперь аргумент. Нет. Никакие девочки мне не страшны, и я тут самая... Я, во-первых, быстрее, чем все вышоплюсь, по любасу. И шо? Это преимущество, у нас ограничение во времени. Победю я, потому что я самая яркая девочка, Зирочка. Шансов у девок нет 100%. Першою на шопінг відправляється народна блогериня Віка. Дівчина веде блог про пишну красу та має більше 100 000 підписників. Всем доброго денечка, с вами на связи Виктория Андреевна. А почему Андреевна сразу? В моих руках 5000 гривен и 4 часа, чтобы показать вам, как шопятся настоящие зирочки. Зирочка ты моя, классная. Кто она такая? Я Платонова Виктория Андреевна, мне 25 лет. 25 лет и уже Андреевна, прикинь, ты что с них будет у 34. Сейчас будет анпакинг Виктории Андреевны. Я офигительно, невероятно перспективный блогер города Николаева. Ну что, вы готовы увидеть наши? Мои я побываю. А вот такая у нас Андреевна за кадром, да? Она думала, это вырежут. Ребята, пора заселять другую планету, это мы уже не спасем. Я проводила гивэвэй. Близкая знакомая попросила, чтобы в нем выиграла она. Я подстроила, я отдала ей приз. Не можешь в таком признаваться? Она тоже думала, что это вырежут. Поэтому это откровение для вас, мои подписчики. Простите меня, пожалуйста. Такое было один раз и больше никогда не повторится. Это была в прошлом блогер, которая рассказала все секреты нечестных гивэвэев. Я так розумію, Вікторія дуже любить яскравий одяг. Цей жовтий колір зараз дуже актуальний. Це колір року, оптимізму, позитиву. Хочу розказати історію про самую смішну мою рекламну колаборацію, яку мені предлагали. Мені предложили бартер. Це спеціальний спрей. Перед тим, як сходити по серйозним моментам, потрібно пшикнути цим спреєм. І запахи, типу, ну, нету запахів. Що? Куди пшикнути? Я правильно поняла? Спрей перед тим, як покакати. Эта история очень сильно, ну, реально бомбанула моим девочкам, потому что мне девочки начали писать, я со своим парнем там, или с мужем живу уже много лет и не могу сходить покакать. Мне кажется, было бы логичнее, если бы девчатка соромилась девчаток. А мужики, они ж, при них не то, что стесняться какать, цим треба хвалитися, кликати його, іди сюди, посмотри, я. Класний костюм. Мені подобається, що Вікторія не боїться обирати яскраві кольори. І блогер має бути яскравим, аби його запам'ятовували, аби на нього звертали увагу. Благодаря тому, что я работала на ресницах, я познакомилась со своим мужем. Ко мне на ресницах ходила его сестра, которая пришла ко мне и начала рассказывать историю, что она была в Карпатах, ездила с братом. Я задалась вопросом, почему она ездит с братом по Карпатам, что у брата нету, никого там нету. Она говорит, нет, нету, он там одинокий. Я говорю, ну там, если что, вдруг, ну типа, я не намекаю, можешь дать мой номер, что если ему не с кем будет поехать в Карпаты, то он может мне набрать. Який тонкий намек, я ни на что не намекаю, но вот мой номер телефона, вот мой адрес, пусть приезжает, тогда-то, тогда. Мне 25 лет, мужу будет 40. Взрослый дядька. А, вот почему она Андреевна, потому что он уже Михайлович. Нам друг с другом хорошо, это главное, и цифра не имеет никакого значения. Конечно, только если это не цифра на весах. Теж хороший образ. Єдине, що рекомендував, одягнути просто футболку нижче. Не заправляти її в спідницю, а виправити. Ну, мені достатньо часто пишуть хейтери, що там, ой, ти жирна. Хоча, на самом деле, я вішу 50 кг. Все остальное – це мій шарм і моє обаяння. Чому в слові «жир» було 4 ошибки і вийшло слово «шарм»? Вона як із якогось тренінгу, знаєш, вернулася. Дуже много в неї важить харизма. При такій фігурі, як у Вікторії,
рекомендовано одягати цільні купальники. Єдине, що на пляж чорний колір не рекомендую. Вам дуже буде жарко в чорному. Я стану богиней шопінга, тому що хто, як не я. Да любой! Попереду основний магазин, а в ньому секрети набору підписників та пологові кур'єри. Это платье напоминает мне очень важный день в моей жизни. Меня муж позвал на юбилей к своему другу. Ну, естественно, у мужа друзья все уже полтинник, наверное, разменивают. Самый дорогой ресторан в городе. Мы заходим, и на входе нас встречают цыгане. Вот, как она поняла, что это самый дорогой ресторан. Оканчивается песенка, барон достает с кармана эту коробочку и говорит, что Виктория, это не все сюрпризы для вас на сегодня. И говорит, что вот ваш Игорь хочет сделать вам самое большое предложение в этой жизни. Предложение, от якого невозможно отказаться. Это реально ситуация, когда цыгане не что-то забрали себе, а предложили Юй. Кстати, а это предложение? Цыгане, серьезно? Подписчикам всегда все не так. Цыгане, серьезно? Инопланетяне, серьезно? Карибы, серьезно? Под Эйфелевой башней, серьезно? Сукня идеальна. Легка, повітряна, вона як зефірка, так вона об'ємна, але це красиво. Она мне напоминает такую дедову тельняшку, была я, короче, в колхозе. Это было вообще начало моей блогерской карьеры. Это была коллаборация с колхозом. Мне нужно было отработать 4 сторис и выложить 2 поста. Вылезла с машины, снимала козочек и начала на них мекать. 122 репоста. Я просто мекала на козочек. Я просто выросла там, где куча козочек. Я ни раз на них не мекала. Если бы я побачила это в истории, ну, я бы поделилась. Око любить собі домальовувати. І коли у вас є вертикальна смужка, це вас повнить. Коли горизонтальна смужка, око теж домальовує, це ніби вас видовжує. Когда я ходила беременна, я категорически не хотела мальчика, потому что у меня уже была там девочка Полинка. Тут я рожаю, все нормально. Здоровенький ребенок, рост какой-то такой-то и 2 сантиметра. Ну, это большая считается. Я говорю, в смысле 2 сантиметра? Я вообще-то девочку рожала. Так у вас девочка 52 сантиметра. Я на секундочку подумал, что там, когда рождаешься, тебе меряют. Ну, где-то у этого 2, 2,5. Ого, 7. Ні-ні-ні, ще раз ні. Ну, я б порадив одягнути таку спідницю, але, наприклад, білу чи сіру. Меня называют топ-блогером нашего города. Топ-блогер. Поэтому, если, Лешенька, дорогой мой, ты будешь сотреть и будешь про меня что-то плохо говорить... Да что будет, ты меня съешь? У тебя будет минус 1 подписчица. Я манипуляция тебе не приемлю. Если у Леши будет минус 1 подписчица, то у меня получается плюс 1, правильно? Пожалуйста, Леша, давай будем дружить. Я боюсь таких людей, не буду я с ней дружить. Она не найдет кусок хлеба, сожрет меня. Я так розумію, Вікторія дуже добре розуміється в тонкощах своєї фігури, в тонкощах або не дуже. Але для підписників такий образ дуже нудний, такий можна розбавити яскравими аксесуарами. Я подобрала образ, який просто викликає фурор не тільки у підписників, але й у дівчаток і у експертів. Коротше, ховайтеся, дорогі мої. А ховатись ми не будемо, бо кортить подивитись, як ти викрутишся зі спецмагазином. Дивіться далі. Чи дасть раду Віка своєму спецмагазину? Ти що, Андріївна? Та за що учасниця отримала копняка на фіналі? Медалі на всю Україну. І зараз ми відправляємося в магазин освітительних приборів, і там ваша звезда зажжет по-настоящему, я думаю. Может, кто не знает, муж мой занимается памятниками. Так почему ты до сих пор не додумалась сделать giveaway?
разыграть среди всех подписчиков памятник, а венки просто раздавать за активности в сторис. Лучшая коллаборация в ее жизни. Но многие наши знакомые, конечно, чисто впадают в ступор, особенно когда слышат, что у мужа есть сезон. Некоторые думают, что именно в этот момент умирает очень много людей. На самом деле сезон перед проводками, когда все ходят по минуте. Вот это анпакинг, я считаю. Ой, нет, анпакинг наоборот, пакинг. Для нас сезон тоже очень значимый момент, потому что дома постоянно есть печеньки и конфетки. Ну и что, что с кладбища, зато бесплатно мы поминаем. Ну а кто не собирал печеньки и конфетки по кладбищу, скажите, в детстве? Все собирали. Я не собирал печеньки по кладбищу. Не-не-не-не-не-не-не. Цур-цур-цур-цур-цур-цур. Віка уявила себе Мадонною в костюмі Жана-Поля Готьє, але насправді трохи не так. Не очень люблю вот эти вот все гирлянды, потому что с Новым годом ассоциации в последнее время не очень. Пол Нового года с мужем так, что просто в края. Он мне подарил сережки вместо кольца. Ах, негідник, покидьок. Сережки вместо кольца? Сережка ж дві, кольцо одно. Що тобі не так? Я уїхала з мужа, сказала, що видіти я не хочу, а він мені не дзвонить і не приїжджає. А він такий, ну, як на таке можеш схаритися? Ти що, Андрієвна? Я, короче, приїхала домой, а он мої вещи забрав. Ну, ти ж сама сказала, що ти уходиш. І ще подякую йому, що він тобі речі забрав, щоб ти не утруждалася. Відразу згадалися яскраві образи на червоній доріжці. Зірки змагаються, хто ж проявить себе найяскравіше. І дуже часто їхні костюми обладнані різним світлом. Можна навіть щось таке придумати, якщо дуже сильно постаратися. После того, что я пережила в этом магазине, мне уже не страшно ничего. Пусть боятся мои соперницы, потому что теперь у меня будет очень много подписчиков, когда увидят мой образ. Твои соперницы теж не злякливы. На шопинг рушає Влада Томпсон. А ця дамочка знається насправді шокуючих дійсно. Я рожала в прямому ефірі Інстаграма. А чого добились ви? Героїня передачі «Вагітна в 12». Я покажу вам, як стильно одягатися. Це хто це тут? Я чи дурнів? Хто з нас більше, якщо так супоставити? Привіт, я Влада Томпсон, мені 20 років, і я блогер, який раді хайпа готов на все. Максимальна заявка на успіх. Це моя футболка Дольче & Габбана, я її купила за 5200. 5200 за футболку? Купила тільки із-за розцветки. А, із-за розцветки, а я думаю, чого так дорого? А то розцветка, понятно. У меня всегда было представление идеальной семьи. С 15 лет я хотела себе ребенка. Дитина хотела дитину. Я не могу из этого якось смеяться. Я из Закарпаття. У меня старшая сестра одна народила в 14, одна в 16. Ну, у нас это нормально. И в общем, момент, когда у меня появился мужчина, который сейчас уже мой муж, я ему сказала, что я очень сильно хочу ребенка. Этот, он такой, ну, типа, морозился. И начались тяжелые меры. Ну, вычитала в интернете, что можно становиться на березку. Так оно лучше стекает туда, и как бы так больше шансов забеременеть. Ну, в общем, стояла на березке, наверное, недели две. Вижу цель, не вижу препятствий. Чемпионка мала! Спустя там еще месяц, вот, делаю тесты две полоски. Лайфхак. Если ваша женщина говорит о том, что «не-не, какая беременность, не хочу детей пока, конечно», но потом сразу после секса становится на березку, как бы понимаете, что что-то пошло не так. Речі такого формату треба вміти носити і одягати обережно, особливо в портретній зоні. Я його купила, коли була беременна. Ми з мужем, він мені предложив рожати в прямому ефірі Instagram. Люди хочуть слави настільки, що готові рожати в прямому ефірі? Після родів основна частина аудиторії ко мені прийшла. Ребенок – это подарок Бога, и подписчики – тоже подарок Бога, получается. До того, как я родила в прямом эфире, я зарабатывала где-то 15 тысяч в месяц. После того, как я родила в прямом эфире, я уже зарабатываю 4 тысячи долларов. Я поняла мотив чоловіка. Не переживай, я все придумал. Бизнес-план просто прелесть. Влада носила цю сукню, коли була вагітною, тому, я думаю, воно дуже було якось так доречно. Коли ви при надії, коли ви вагітні,
купуйте оверсайз речі, легких таких силуетів і фасонів, тоді ви зможете і після вагітності сміло ці речі носити. Оно мне пришло по бартеру. Я же блогер, то есть мне присылают товар взамен на рекламу. Хорошо, что ты объяснила, это же никто не понимает. И получается, я всю семью одеваю. У меня Оскар, сын, ходит в одежде с рекламой. Сына Оскар назвали? Он вот так все время стоит? И муж ходит в одежде с рекламой, и я, и, короче, все. Блин, я представляю, присылают то платье ей по бартеру. И муж, ну как бы другого носить нечего, ходит в платьях, но бесплатно зато. И Оскар. Мама, почему я в платье? Оскар, встань в стойку. Дуже красива романтична сукня. І такий виріз, таке декольте, дуже елегантно і красиво завжди підкреслює ключиці, а це одна із найсексуальніших частин тіла жінки. Я прийшла на богиню шопінгу, щоб показати всім, що я у мене нет конкурентів. Не було і не буде. Це трохи схоже на погрози. Та, сподіваюсь, влада озброєна тільки креативом. Попереду основний магазин та полювання на хайповий лоб. Мені потрібно набрати большое количество лайков, поэтому надо хайпануть. Подписчики обычно лайкают там, где я голая. Но сегодня мы будем их удивлять. Будем в одежде. Неожиданно. Муж меня старше на 12 лет. Ну, меня это не смущало, потому что у меня всегда были парни взрослые. Всегда это когда? Коли ты в 15 уже народила. Когда? Всегда. Я с ним познакомилась в Инстаграме. Он мне лайкнул фотку. Ах, вот оно что. Лайкнул фотку и понесло. А ты уже родила в голове трех детей. Мы с ним сразу встретились. Он говорит, давай снимать порнуху. Это на первом свидании было? А я такая, типа, блин, ну ты что, гонишь? Мы с тобой первый день знакомы, какая порнуха? Ты что, гонишь? Давай в конце тижня хотя бы. Я не така. И мы с ним договорились снимать детский сериал. Это я предложила. Як рядом стоят ці речі. Це слиття жанрів. Я думаю, если сделать вот тут вот чуть-чуть вот так вот, то будет нормально. Дуже коротка сорочка, все-таки сюди потрібно якусь спідницю, якісь шорти. Ми можемо з мужем спокійно стояти і розмовляти. Я йому, та ти ебать у мене, та ти ебать. Ну, как бы малый тут бегает. И я никогда не задумывалась над тем, что ребенок может это запоминать. До того момента, пока малой не начал ходить и говорит фразу «Алло, кот сидит, он говорит «Алло, из всех них самое сильно шкода кота. До тебя малеча такая подходит и так говорит. А ты никуда не денешься. Это ж кит. И потом я начала как-то фильтровать. Думаю, да ну нафиг, он скоро всех будет посылать, ну типа, ну не надо. Прикольно, зав'язана сорочка, єдине, що шорти сидять недобре. Это то, что нужно. Правда, из-за моего роста эта юбка, может быть, не платьем? Так ты ще виростеш. В тебе ще все впереди. У меня раньше были другие комплексы. В общем, в детстве... В детстве это сейчас. Я из-за того, что черненькая, у меня постоянно вот это срастались брови, вот это монобровь. Усы. Никогда не делайте комплимент девушке по поводу ее усов. Даже если у нее очень красивые усы, просто промолчите. Прикольно, звісно, спідниця трансформувалася в сукню. При невисокому зрості ви можете так робити. Сумніваю, що такий образ збере багато лайків чи багато підписників. Шукайте ще. Все, дайте мені, будь ласка, мої речі, мені вже потрібно йти. Впереді мене чекає ще спешл-магаз, тому держитесь. Опять мені так непривично, коли дитина мені грубить. Розкажу мамі твоїй. Не пропустіть! Такого наші дівчата ще не міряли! Контейнер для перевозки блогерів. Та шокуючі откровення Алісиної шафи. Не знаю, стоїть його показувати. І що ж мені тут вибирати? А ми із-за того, що у неї все тіло покрите шерстю, відправили в магазин все для животних. В общем, девочка заказала мне рекламу личного блога. Я выставила, она мне спустя там буквально 10 минут начала писать, что у меня одни боты идут к ней. И она мне говорит, типа, по-хорошему возвращай деньги. О, блогерские разборки.
Я ж така, типу, що значить по-хорошому? Ти що, не будеш там угрожати або що? Та мама Нео із «Матриці» писала. Ну, вона просто блог завела, купила рекламу. Вона така, по-хорошому, у мене там син хакер. А мій син в прямому ефірі був народжений. С фейковой странички мне пишут, типа, тебя найдут в Днепре, а как бы до сих пор ищут, не может найти. Ого! Вот это бокс. Контейнер для перевозки блогеров. Вот в таких условиях должны жить блогеры. В общем, когда я родила... Это самая лучшая локация для того, чтобы рассказывать о том, что ты родила. И девочки меня вытащили гулять. Все обошлось тем, что девочки сидели себе гуляли, а я полвечера чуваку объясняла, доказывала, что у меня есть ребенок и муж. А что там доказывать? Я не могла ему прямой эфир показать? Эта клетка, конечно, классная, удобная и прекрасная, но на финал я ее не потащу. Можна взяти сумку-переноску, в якій носять маленьких собачок, таких як йоркширський тер'єр, шпіц чи чихуахуа, і подати її як сумку-шопер. Давайте нам быстренько мої покупочки, тому що я спішу вже взагалі не можу. Хоч це завдання було важке, але я з ним справилась. Я подобрала найкращий лук. Третя учасниця з тобою не погодиться. Аліса Портман розпочинає свій шопінг без комплексу та цензури. Народний секс-блогер зараз покаже, як можна сексуально нарядити навіть 76 кілограм. Меня зовут Алиса Портман, мне 20 лет. Ну, им по факту всем за 30, просто они так говорят, что им 20. Ребят, меня зовут Леша Дурнев, мне 14 лет. И я народный секс-блогер. В 20 лет она секс-блогер? Что она рассказывает? Какие-то новые способы вида секса или что? Типа в складку на животе? Я в своем блоге учу, как полюбить свои жирочки. Давайте просто поначалу попробуем поменьше жрать. И понятное дело, даже захапать самого идеального мужика. То есть до себя она говорит жирочки, а мужика захапать. Дуже агресивный настрой. Она жіноча версия Стів Стонера. Ула-ла, помітно все. Це спортивний образ, займатися спортом, ходити на тренажери або займатися аеробікою. Это платье мне дарил бывший. У мене була така движуха, що до мене, наприклад, залицяється якийсь мужчинчик, дарить мені якийсь одяг, потім він пропадає із моєї житті, а я все іще в цьому ходжу, тому що платічко не винувате, що мужчинчик придурок оказався. Був у мене мальчик з дуже мажорної сім'ї. Йому родики подарили квартиру, тому що він вже зробив мені пропозицію. Ну, це, правда, було пропозиція похудіти. Я ж прихожу домой с вечера, романтика, думаю, блин, зайка подготовился. Я захожу в комнату, а он своего дружбана. Вот это мы мали узнать, да? На пятой минуте про тебя. Что такого, блин, дружба есть дружба. Я дала ему все свои подарки, которые мне дарил, и мы разошлись. Но платье в себе оставила. Я поднимаю те темы, которые другие блогеры просто боятся поднимать. Например, как устроиться на нормальную работу и перестать делать вид, что твои сторис кому-то нужны? Цими ботильйонами дуже врізала собі ноги, сукня замаленька. При таких об'ємних бедрах все-таки краще було б, якби ця сукня-жакет була дещо вільнішою, а не такою приталеною. Я іноді дозволяю собі носити красиве бельє. Дозволяти собі треба ходити без белья. А красиву білизну завжди треба носити. Я як-то познайомилася з хлопцем, не успіваю роздятися, там чуть ли пальто не успіваю скинути, а він такий, «Извини, я вже все». Думаю, ніхуя. Я красотка, думаю, даже не разделась, а мужик уже все. Не, все, в смысле, он не захотел тебя, малая. Ты даже в пальто не очень. Поэтому я не знаю, стоит ли его показывать. Стоит ли показывать эти трусики? Ой, ой-ой-ой. Это такая домашняя сценичная белизна. И белизна має бути теж за розміром. Не має трішки перетискати, перев'язувати. Я готова шопиться, тратить деньги и кайфовать. Ну и хайповать, конечно же. Все, я пошла. Пожелай мне удачи.
Ой, от що наробила Кім Кардашян в світі. Вийшла в лосіках і в лівчику на вулицю, і тепер всі вирішують так ходити. Це кошмар. У меня вот идеальная на самом деле фигура. Хотя мне все мужики говорили, что я там жирная и тому подобное. Чего не занимать, так это раскованности. У меня 110, 80, 110 – это идеальный просто модельный XL. Я надеваю 10 тысяч вещей на себя, чтобы как-то сижу, чтобы не было видно живота. Подруга: «Эй, привет, видел мой живот?» Хотя я еще в машине ехал, и на левом берегу уже видно было все. Мы гуляли по лесу, а там была такая история, что когда-то там сбежал лев, и это был дикий лев. Мы подошли к обрыву, чтобы сделать классные фотки. У меня друг, короче, повернулся прямо так вот к обрыву, смотрит на него. А я, короче, случайно отвернула, так он чуть в канаву не упал. Ой, извини. Такая, знаешь, еще... Ой. Скучно, как для блогу, как для сбора лайков и подписчиков. Красный – это просто топчик для мужского внимания. Я рекордсмен по свиданкам. У меня их было более 1000. 1000 свиданий в 20 лет? Она на таможне работает, я не знаю. Або вона із тих дівчат, які все рахують свідання. Ну, її зараз знімає оператор, вона думає, що у них свідання. Я соглашаюсь на секс тільки спустя 4 місяці, і якщо мужчина проявив себе в дуже хорошому відношенні ко мені. 4 місяці? Щоби що, я не розумію. От такі дівчата, як вона, які не дають 4 місяці, підривають репутацію нормальних. Прикольний ковбойський стиль, замалий капелюх. Просто ідеально сюди пасували би руді козаки високі. Так, ну в этом магазине было сложно что-либо подобрать, но все-таки кое-чего интересненькое я выбрала. У Алисы дуже непростий спецмагазин, продуктовий ринок. Але завдання – привернути увагу в соцмережах. А на цьому блогериня знається. Не пропусти! Справа Версаче, слева Прада. Вот я не знаю на самом деле, что выбрать. Как говорится, моя вторая профессия – хайполог, поэтому пойдем. Хайполог? Врач-хайполог. Ну, какая-то чуть-чуть городская сумасшедшая, как и весь сезон у нас в этом году. Кешью можно? Можно. Давайте один. А как, прям нырять? Можно. Видать, судя по ее движениям, не первый раз она пробует эти орешки. Возьмите, пожалуйста. Бесплатно? Ой, спасибо вам большое. Вот, настоящий мужчина, а то мне всегда спрашивают: Алиса, где нормальные мужчины? Вот. Божечку, зачем я вижу то, що вижу? Мам! Мені зрозуміло, що вона апельсини запхала, а от банани на голові, що мені точно не зрозуміло. Я, звісно, щось хочу ще більш хайпове на фінал одягти, тому це я з'їм, а далі піду, подивлюся, що ще можна запихнути. Куди треба засунути грейпфрут, щоб було більш хайпове? Слишком буквально поняла Total Look. Можна скреативити з овочів та фруктів, можна купити кокос, розбити його нафіл, зробити такий бюстгальтер, а з зеленої цибульки зробити спідницю і тим самим вразити і здивувати своїх підписників. На богині шопінга. Ви богині шопінга, взагалі-то. Ми тобі що, островне государство? Ще ніколи не було такого хайпа. Так що, малихи, до встречи на финале. Это будет просто разрыв. Я ждал, чего разрыв будет. Конечно. Після гучних заяв, самореклами та навіть погроз, ми нарешті дочекалися фіналу. Зараз буде гаряче. Професійні хайпині вже на подіумі. Подписчики будуть всі мої і повалять ко мені просто сотнями тисяч. І ці дві вообще будут в обморок от моей красоты невероятной. Как думаешь, Алис, в чем Вика выйдет? Я думаю, будут гирлянды. Я думаю, короче, что у нее по-любому будет люстра на голове. Давай поспорим. Давай, я считаю, за гирлянды, за светодиоиды, а ты за люстру. Ну давай на с***. Давай на с***. Все, я разбила. Я никогда не побеждаю в спорах. Я проиграю. Уверена, что выиграю именно я. Вика, выходи!
Хайповий образ Вікторії Андреївни склала блискуча срібляста сукня з величезним бантом із основного магазину. В магазині освітлювальних приладів дівчина доповнила образ світлодіодною гірляндою, якою застилізувала сукню. Праздничная кома, я бы это назвал. Я тебе говорила? Я выиграла. Надо было на 100 баксов спорить, так бы подзаработала. Вика, ну как она могла со мной так поступить, блин, коза? Но мы тут, пока тебя не было, мы спорили. И, короче, я скажу, будь люстра, она скажет гирлянд. Знаешь, на что мы спорили? На что? Уворачивайся. А можно я потом еще? Давай. Красавчик вообще. Это унизительно. Мне дали на всю Украину. Хотя еще я опозорилась. Все равно хорошо, что получила, поняли, ляпаса. Как ты думаешь, сколько я дам? Либо 10, либо ты овца. Оп. О, ну нормально. Я поставила 8, потому что Вика баба-бой. Я бы ей дорогу не переходила. Специально мне занизила, чтобы выиграть, это 100%. Мой образ минимум на десяточку. Ну, теперь давай я. Ого, мне очень даже, очень... Да, конечно. Переверни, пожалуйста, обратно. Я овца. Сегодня ты не просто овца, дорогая моя. Минус 2 балла это за то, что она была без люстры. И минус 2 балла за то, что я из-за нее опозорилась на всю страну. Она мне 100% завидует. Я думаю, 6 это еще... Влада, а зараз виходиш ти. Доведи, що заробиш більше балів. Утри конкуренткам нос. Мой образ, который я собрала, я уверена, что с ним я хайпану 100%. Потому что я... Влада выйдет в чем-то суперкоротком. Возможно, это будет просто нижнее белье. А может, в лотке приедет, знаешь? Да? Там есть такие лотки, где она так подъедет. С тобой будем спорить? Не надо. Влада! Владочка! В основному магазині Влада придбала коротку трикотажну рожеву сукню та босоніжки в тон. А в зоокрамниці доповнила образ шкіряним ошейником, повідком та намордником для великих собак. Це точно Влада? Ну таке. Образ мені подобався, але Влада в ньому потерялась. Образ був ярче, ніж Влада. Треба, щоб ти помовчала побольше. Я просто хто должен це лайкати? Я бы подписала этот пост в инсте. Сорвалась с цепи. Ждите. Дальше больше. В таком образе можно и порнушку снимать. Поставила 6 за то, что мне нравится эта нижнятина, розовенькая платьица. Не доставила 4 балла, потому что мне совершенно не понравился вот этот агрессивный верх. Оценка занижена, потому что она будет следующая. Она понимает, что надо сейчас всех максимально завалить, а потом она уже выйдет, а мы уже будем заниженными оценками. Я сегодня тоже овца. Ты в достаточно дерзком образе, но я не вижу в тебе дерзости абсолютно. В принципе, мне понравилось, но она овца и поставила мне маленькую оценку. Я занизила ей тоже ее специально. Вообще тварь. То есть она отомстила мне за то, что я ей поставила хреновую оценку. Отже, Влада отримала 11 балів, а Вікторія Андреївна – аж 14. Схоже, блогерині досить щедрі сьогодні. Але відрив у балах дуже невеликий. Аліса вже готова навести ладу у цьому розкладі та вразити конкурента. Моя аудиторія ніколи мене не бачила в такому амплуа. Як говориться, не відходіть від екрану. Зараз буде жарко. Алиса не оденется так ярко, как я. Мне кажется, что она там какие-то арбузы на себя наденет, на свои дымки. Я думаю, что должно быть мясо. Короче, давай звать Алису, и сейчас мы все посмотрим. Мясо! 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 У Алисы тут справжнє хайпове комбо. Сорочка перев'язана як топ. Солом'яний капелюшок, зелені шорти, босоніжки та леопардові колготи із основного магазину. На ринку дівчина доповнила образ сумкою із свіжої курки та овочами. Оце креатив! Ну, сумка топки. Так це нова колекція воговська взагалі. Із всіх вас у мене найхайповіший лук.
Вот этот вот ее видон, ну, типа, никого не удивит сейчас. Ну, набрать кучу лайков не получилось бы у нее, я думаю. Такой именно колхоз стайл, именно про Алису. Ну что, ну покажите, сколько вы поставили, мне аж интересно. 3 балла, потому что хайп хайпом, но одежда, извините, одеть леопардовые колготки на босоножки, я считаю, что это вообще колхозы. Самое больше баллов набрала курочка. Я 3 балла поставила курице. Она пережила этот выход, она продефилировала идеально. А все, что было связано с Алисой, это ни о чем было. Они поставили не очень хорошие оценки. Я-то вижу в глазах, что им нравится. Они в голове понимали, что по хайпу конкурента я им очень жестокий. Вы потом домой пойдете после программы, а я сразу на ВОХ в Нью-Йорк. Настало время, чтобы мы узнали оценки от Мартынчика. Это сильно много для тебя. Я считаю, что считать это оценка. Свои оценки считать будешь. Я не очікував, що вона в зоомагазині знайде якісь такі цікаві ремінці, застерилізує їх як портупеї. Я думаю, що її підписники теж були б в шоці, і вона би круто хайпанула. Тому у неї сьогодні 8. От натурі я обрадувалась. От нього оценки важніше, ніж там, да, от цих куриц. Це підстава. Я достойна лучшого. Моєму негодуванню не було предела. Я не можу зрозуміти, що це за оцінка. Вона одягнулася, чесно кажучи, як новорічна ялинка. Якби це відбувалося на Новий рік, то це була б гарантована 10, а сьогодні 7. Мені настільки було обідно, я настільки розстроїлась. Опа! Я он із жалості поставив. Може, голодний смотрел на нього. Що, як це произошло взагалі? Алісі я сьогодні поставив найбільший бал – 9 балів, тому що вона справді мала найскладніший спецмагазин. Я думаю, що це вразило і зібрало б велику кількість лайків та підписок. Ого, Леонід, спасибо. Значить, все-таки Леонід не проти того, щоб був креатив в образі. Дівчата, вітаю вас. Дуже приємно познайомитися наживо. Дуже цікаво мені було спостерігати за вашим шопінгом. І кожна з вас насправді проявилась дуже хайпово, кожна створила дуже нестандартний образ. Але сьогодні переможниця може бути лише одна. Я сижу, у мене вже в голові математика. Думаю, так, я виграю чи ні. І сьогодні переможницею і богиною шопінгу стає Вікторія. Статуеточка тебе, он мне вручает, говорит, боже, богиня ты наша. Серьезно? Думаю, ну все. Спасибо вам большое, я говорила, что я лучшая, и ну, вы с этим согласились. Спасибо за эту награду. Девчата, поддерживаем Вику. Вика, витаем вас. Я рада, что получила статуэтку настоящая богиня, а не вот эти телочки непонятные.